Всем привет! Сегодня хочу поделиться очередным приобретением для нашего оптового клиента. Это 2012 год Honda Cross Tour. Автомобиль у нас в основном имеет передние повреждения, передний удар. Давайте я сразу покажу автомобиль в задней части. По задней части у автомобиля все целое, все отлично выглядит. Огромный багажник. Вот, что у нас в багажнике, такие вот полочки присутствуют. Классно. Так, с пассажирской стороны у нас все классно, все на месте. Диски хорошие. По дверям все хорошо, минимальные сколы, царапины. По безопасности выстроил аэрбэг в крыше, как мы видим. И получается у водителя в руле сработала эта безопасность. Ремень пассажирский целый, хороший. Крыло автомобиля уцелело, но имеет такие минимальные дефекты. Открывали капот, видимо, и бачок уцелел у автомобиля. Вот так вот выглядит весь удар у этой Хонды. Давайте откроем капот. Мотор у автомобиля не задело, стоит на подушках. Все тут в норме. Сместила радиаторы с фенами, они уже не годятся, как я вижу. Повредила передний отбойник, естественно. Фара с дефектом, она вот так уже болтается, отломано одно ушко. Но стекло все это выглядит в целом. Вот такой вот удар. Сейчас постараюсь завести этот автомобиль, протестировать двигатель. Подрамник с виду у автомобиля тоже уцелел. Колесо вроде ровно стоит. Крыло задело. Крыло задело, оно уже не годится. Что у нас внутри? Валяется передний бампер, но он полностью битый. Как мы видим, бампер уже не годится, его просто вкинули в салон. Обшивки целые. Салон тоже кожаные сиденья в хорошем состоянии. Водительский ремень сработал. Он болтается, он не рабочий уже. Все. Выстрел сработал, как говорится. Так, давайте посмотрим пробег у этого автомобиля. Постараемся его завести. Так, ну так вот видно. Пробег. Так, на автомобиль у нас 130 тысяч. Ну, вот, завелся двигатель. Естественно, горит ошибка. Быстро покажу снаружи работу двигателя. Двигатель очень удачный, чистый, без всяких потеков. С двигателем все отлично, повезло. Ну, на этом все. Заканчиваем наш видеообзор. И всем пока.